Дом построен в 1931 году. Что-то мне кажется, что он заброшен. Сейчас деревня называется Кукинка. По-немецки, когда она была немецкой, называлась Наукуэцин. Рапсовые поля так пахнут. Муж мой любимый. Это строение 1936 года. Целое стоит. Неразрушенное. Здесь обычно сено хранят или животные живут в таких строениях. Следом Карабаира. Первый раз едем по этой дороге. Здесь посмотрим, может, что-то интересное увидим. Агротуристика. Здесь вам дом покажу. Не успела. Все, закончилась хорошая дорога. Что-то стоит. О, что-то строит. Наверное, не видно то, что я снимаю. Вот вышка такая страшная здесь. Приехали.
Здесь большие ворота, и вход туда запрещен. Кукушка поет, птицы ей помогают. Едем дальше, ищем сайгаков. Пока вижу лошадей на горизонте. Скажи, где будут сайгаки? До Казахстана доедем, будут сайгаки. Я тебя люблю. Мы куда-то доехали, но это не Казахстан. Вон еще дальше дорожка есть. Сразу вернуться, не знаю, что туда ехать. Вон там пятнышко, это косуля. Попа белая, видите? Какая здесь тишина и красота. Собачка сторожит. Собачка. Привет. Тут какая собачка. Это, по-моему, щенок. Забор какой-то низковатый. Это была гостиница, а теперь дом старости. Ирания. Поехали, Арам. Гостиница была четырехзвездочная с конюшнями. Сейчас в конюшне остались, Арам? Не знаю. Вот на этом поле обычно пасутся сайгаки. Но их сейчас здесь нет. Сирень какая темная. Это старые сорта. Черный дрозд поет. Я не знаю, что это за растение, но такой интенсивный сладкий запах дает.
Мы домой возвращаемся. А так там две машины было?